Я охапками листья кидаю в костер, сизым дымом подпирая бледный небо шатер. Север Таиланда я люблю еще и за то, что это какая-то страна вечной осени. То, что вспомнишь с детства, осень, первый поход в школу, еще тепло. Посмотрите, какая красота, сколько листьев. Ну и, конечно же, такое добро не могло пропасть у тайцев. Вы посмотрите, что-то невероятное. Крыша из листьев. Крыша из опавших листьев. Вот тут целый комплекс. Какая красота!